especially if it's the mobile solution when it's being driven around. Yeah. So. Когда мы узнали об, что есть очень серьезная проблема с питьевой водой в Газе, мы сразу приняли решение. Я попросил своей команды разузнать, как это возможно, поставить им наше оборудование, чтобы помочь, потому что. But it's also, can you see here, the mineralizer. So as I was continuing to hold on cold, it was running out, and so now the machine says, okay. Когда я создавал эту компанию, вернее, определил стратегию компании, что надо дать миру чистую воду, я уже с самого начала понимал, что это не важно, где, что была цель, что каждый житель во всем мире мог получать эту питьевую воду. Конечно, что происходит рядом с тобой, у соседей, это и чувствуешь, и видно. Мы это знали об этом. И сразу же было понятно, что надо начинать с соседей, потом распространять это по всему миру. А им?